Всем привет, с вами StealthPro, и сегодня покажу модную переплавку оружия для Майнкрафта Pocket Edition. Что ж, после установки данного мода в Майнкрафте мы сможем переплавлять определенное оружие. Этот блок находится в этом разделе в самом конце. Ну что ж, вот примерно так выглядит этот блок. И чтобы этот блок, так сказать, заработал, нам понадобится ведро лавы. Тапаем этим ведром лавы по блоку, и внизу блока появляется огонь, что означает, что данная вещь у нас работает, и мы сможем ею пользоваться. Для этого нужно тапнуть оружием по этому блоку, и определенные вещи из предмета выпадут наружу. Ну, минус такого блока в том, что он забирает процентов 30-35% вещей из вашего предмета. То есть, вот вместо нескольких слитков у меня выпадает всего лишь 2 слитка. И здесь мы, к сожалению, можем переплавлять только золотые и железные вещи, в том числе и броню. Как видите, все пока работает нормально. Но мы также можем потратить его заряд. Как видите, сейчас он перестал гореть. И вот сейчас вам покажу, что я ничего не смогу больше переплавить. Он просто не переплавляет. Все, нам придется опять его так сказать, заправить. Он даже не переплавит нам оружие. Ну что ж, берем лаву. Так, да, берем лаву. И тапаем ею по блоку. После чего мы опять сможем работать с этим блоком. Как видите, все переплавляет. Вот. Ну вот опять у нас кончился заряд. Или можно сказать топливо. Ну вот мы опять его заправили. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.